Game on. Всем привет, друзья, с вами ММА. Буквально-таки 4 часа, уже даже меньше осталось, чтобы успеть добить Sigma Drop, забрать его и забрать ранговый бой. Кстати, его уже забрал, но спойлерить вам не буду, вы офигеете. Я вам в конце покажу, что же там было, я записал это отдельно. И перед началом хотел вам сказать важный моментик, это то, что если вы хотите получить Берри бесплатно, залетайте прямо сейчас по ссылочке в описании. Я точно не помню, то ли завтра, то ли сегодня будут итоги, но я перепроверю потом в ТГ после записи. Но в любом случае эти итоги будут, так что 3 Берри мы разыграем, обязательно залетайте. Если что-то хотите купить по магазинчику и не знаете, где это сделать, то вы можете это сделать. У нас быстро, качественно, надежно, очень давно работаем. Всем всегда от души помогаем, стараемся на максимум, поэтому если что-то не так, всегда есть техподдержка, которая поможет, так что залетайте. В общем, отправляюсь уже в подборчик и, кстати, постараюсь, наверное, брать кольта, если карта будет подходящей, чтобы мастерство потихонечку апать, потому что вчера на нем играл, и вроде бы эта карта идеально с таким модификатором для кольта. Ах, кольта забрали. Ну ладно. Эх, блин, обидно, конечно. Ну что поделать? Ну так и знал, что он здесь, поэтому отходил. Окей. Все, геймчик 8 взяли. Побежали. Уходи, уходи. А то в испытаниях в гемы флешбеки остались. Где типы с гемами идут. Ну, в принципе, у нас есть скорость, у нас есть замедление, у нас есть отталкивание, у нас есть танчик, это мишка. И средняя дистанция, и дальняя дистанция у нас все есть. И мы более мобильны. Главное, под Чарли ульту не попасться с гемой или под Леон с гиперзарядом. Остальное нормально все. Здорово, здорово, Леон. Вот Макс с этим модификатором, у него как будто две старки. И перезарядка, да? На бегу и... Заряд ульты на бегу. Все, можно просто... Главное не заигрываться, просто накидывать. Леон сейчас придет. Угадайте, в кого... В нитку, но у ниты ульта было. Ой, опасно, опасно. Уф. Хотел себе гему украсть. Ну что, народ, давайте посмотрим, сколько дадут. Надеюсь, не плюс 20 мне дадут за эту катку. Иногда игра любит троллить. Иначе нам две не хватит победки. На что я очень не надеюсь. За одну. Вчера плюс 30 давало за каточки. Сейчас плюс сколько? Плюс 80, как будто бахнул сразу. Как вы это делаете? Предложение, друзья. 102 дали. Куда столько? Ладно. Давайте так.
Сначала я открою легендарный дропик, а потом мы с вами перейдем уже к нелегендарному, а к ранговому, который был последний. Это было за третьего. Да, за третью легу. За третью легендарочку. Гиперзаряд или скинчи? Погнали! Просто мусор. Столько шел, чтобы найти этот мусор. Ладно, теперь попробуйте угадать, что же мне выпало с рангу воина. На кого или что? Уже много у нас скинчиков есть, которые мы открыли. Рангумбай, ну давайте, ладно, не буду затягивать, покажу вам этот скин. Окей, вот она запись, это каточка, и вроде бы чуть заранее, да, включил. Тут, кстати, реплей не очень почему-то работает, он у меня не отображается на компе, потому что я через AR-сервер вывожу картинку X2 сюда, поэтому внизу я не вижу, что происходит, и вот отсюда уже покажу вам. Ну, смотрите, мы, остается 5%, у нас пик, в принципе, хороший, потому что Гейл, Вольт, это просто уничтожает их пик, это Мико, Эдгар, только Гриф там мог бы что-то сделать, но ему одному тяжело это все будет сделать, поэтому мы побеждаем, это вроде 2-0. Да, 2-0. Мы забираем эту каточку. Нам залетает легендарная лига. И давайте попробуйте угадать. Как вы думаете, что здесь выпало? Ну, я думаю, вы уже писали, не писали. Смотрите, просто... Просто начинайте... Сто блингов. Ладно, сейчас вернусь. На самом деле 100 блинков очень обидно получать, когда у тебя 216 461. Это то же самое, что получить 250 голды, когда у тебя 3 325 520. Окей. Ну что, скоро уже выходят мегабоксы, будем их копить, будем открывать, надеюсь, там миллион голды накопим, у нас будет 4 ляма. И, кстати, я хотел вам сказать, что, скорее всего, я буду апать мастерство здесь, вот на таком. На таком редком скине, потому что красавчик Ольт, он буквально у каждого есть, в любой момент его можно купить. И потихонечку, я когда к мастеру шел, тоже, если катки позволяли, я их апал через кольта, но чаще его забирали. Как и сегодня такое произошло, я не знаю зачем, почему забрали, но... В общем, будем на этом с вами подводить итоги. С вами был Ума. Обязательно залетайте по ссылочке в описании, обязательно участвуйте. И если вам этот ролик понравился, обязательно закидывайте лайк. В общем, всем удачи и всем пока. А, кстати, последнее, что забыл сказать, это завтра уже выходит новый 28-й сезон Бравл Пасика. Вместе с вами его будем открывать, прокачивать, собирать и так далее. И если... Момент. Ну-ка. Ладно, просто проверил, мало ли. Это тоже еще один повод залететь в телегу, потому что там и будет конкурс на Бравл Пас. Поэтому, скорее всего, итоги мы сделаем сегодня, чтобы завтра их не мешать. Так что все. Всем удачи и всем пока.